В Haskell имеют специальные полезные синтаксические конструкции, которые позволяют генерировать большие списки с регулярной структурой. Давайте изучим эти конструкции. Они называются арифметические последовательности. Первая арифметическая последовательность, с которой нам стоит познакомиться, это просто список от одного значения до другого. Ну, например, если мы хотим записать список от 1 до 10, мы можем, конечно, через запятую перечислять все значения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Но вместо этого мы можем написать список, открыть скобки, написать первое значение, дальше поставить две точки и последнее значение. Эта конструкция породит нам список из 10 элементов. Как это работает? На самом деле, эта конструкция представляет собой простой синтаксический сахар над вызовом следующей функции, которая зовется enum from to. Эта функция принимает два аргумента. Первый аргумент — это начало, from, а второй аргумент — это конец, 10. То есть вот такой вот вызов с двойным двоеточием. Компилятором раскрывается сразу же вызов вот этой вот функции. Функция enum from to, ее тип, ну, как раз соответствует синтаксису ее вызова, который мы применили. Здесь он принимает два аргумента типа A и возвращает список значений типа A. Однако этот полиморфизм не параметрический, а специальный. Ограничение, которое у нас наложено, наш тип должен быть представителем класса типов enum. Помните, у нас был такой класс тип. Более того, эта функция enum from to, она является функцией членом класса enum. Мы можем увидеть это, выполнив команду не type, а info. Мы видим, что эта функция определена внутри класса enum. Мы изучили не все функции из класса enum, а вот среди них есть такая функция. И еще целый ряд функций, которые порождают арифметические последовательности. Поскольку эта функция определена для произвольного типа enum, то мы можем ей пользоваться, ну, например, для конструирования любых представителей этого класса типов. Ну, скажем, символы являются представителями класса типов enum, и мы можем посмотреть, например, список значений от A до Z. Получившаяся строка будет содержать все латинские символы в нижнем регистре. В предыдущем примере у нас элементы списка шли подряд, так как они заданы в нашем классе типов enum. Класс типов enum задает порядок на конструкторах. Однако мы можем задавать более сложные регулярные структуры. Например, мы можем задать шаг, через который у нас происходит добавление элементов в список. Делается это следующим образом. В синтаксисе с арифметических последовательностей мы просто должны задать первый элемент и второй элемент, который задает интересующий наш шаг, через запятую, а дальше многоточие и последний элемент, который является последней включаемой границей. Ну, включаемый, конечно, если он входит в соответствующую цепочку. Здесь я задаю следующее. Я хочу получить список нечетных чисел, потому что я задал шаг 2. Меньше или равных 10. Вот мы получаем этот самый список нечетных чисел, меньше или равных 10, задав в списке шаг. Понятно, что это тоже синтаксический сахар для некоторой функции из класса типов enum. Эта функция зовется enum from then to. То есть from с, then следующее значение, и to — это результирующее значение. Ну, мы должны передать туда три аргумента у этой функции. Ровно те аргументы, те значения, которые мы в нашей арифметической последовательности указывали. Ну, вот мы видим, что это одно и то же выражение с арифметической последовательностью, синтаксический сахар для такой вот конструкции. Более того, мы можем использовать арифметические последовательности для конструирования бесконечных структур данных. Например, бесконечный список натуральных чисел мы можем задать следующим простым образом. Единица, двоеточие, а последней границы давать не будем. Ну, естественно, что нам нужно, поскольку это бесконечный список, ограничиться каким-то значением.
Ну, например, мы можем написать take 5, если, конечно, хотим выводить его на консоль. Если мы не хотим выводить на консоль бесконечный список, мы можем работать с ним как бесконечным, описывая некоторые функции обработчики. Ну вот, здесь мы получаем первые 5 значений, как будто бы мы задали enum from to. Можно догадаться, как зовется соответствующая функция. Она зовется enum from. Ну вот мы видим, что функция enum from принимает один аргумент, то есть то значение, с которого мы должны начать наше вычисление. Ну и, наконец, последняя функция, как вы догадались уже, это вот такая вот конструкция, когда у нас бесконечный список, ну, скажем, чисел кратных 7. Вот мы этот самый бесконечный список чисел кратных 7 вызываем. Вот они перед нами, первые 5 чисел кратных 7. Функция, в которую рассахаривается вот это вот выражение, она называется enum from then.